Откройте мне дверь. Открыта она у вас. Ну а мы что, правила этикета что ли не знаем? Выходя из машины, мужчина подает даме руку, придерживает дверцу. Всегда это делает. Да. Это так делалось. Это манеры такие. Открывать даме руку. Ну не знаю, у нас ислам, это вообще не принято даже. Мужчина должен всегда помогать женщине выйти. Я же не феминистка какая-то бескультурная, правильно? Вы тогда ездить должны с молодым человеком, который вам дверь открывает. Откройте дверцу, гусар. Я не могу. Ну вы откройте мне дверцу, вам сложно что ли? Я не понимаю. Мне сложно. Посмотрите, у меня чехол Louis Vuitton, у меня сумка Louis Vuitton, я сама брендовая. Все люди подумают, что я бескультурная и бедная. Откройте дверцу, какой гусар. Я выйдете или нет? Я выплачу за поездку. Вы выйдете или нет? Вы меня выгоняете? Нет, вы выйдете или нет? Вы что, издеваетесь, что ли? Пусть это останется на вашей совести. Я вам поставлю единичку.